борьбу вступили сильнейшие спортсменки России весовой категории 63 килограмма. На первом помосте выступает кандидат мастера спорта Кашапов Разан. Башкортостан. 2001 года рождения. Вес спортсменки 62 килограмма 250 грамм. Разан является серебряным призером первенства Европы 2021 года, бронзовым призером первенства мира 2021 года и победителем первенства России среди юниоров 2022 года. Соревнованием готовится к первогодству Радомира Минибаева. Лучший результат. В рывке 181 подъем. На втором помосте выступает мастер спорта международного класса Барбакова Наталья, Калужская область. Спортсменка 1984 года рождения. Вес спортсменки 62 килограмма 450 грамм. Наталья является призером чемпионата России 2021 года и призером чемпионата мира 2021 года. Тренируется под руководством Михаила Трофимова. Лучший результат в рывке 189 подъемов. Прошло 2 минуты. На третьем помосте выступает мастер спорта международного класса Степанова Оксана, Челябинская область. Спортсменка 1990 года рождения. Собственный вес 62 килограмма 500 грамм. Оксана является чемпионкой России 2013, 2015 и 2021 годов. Соревнование готовится под руководством Ивана Денисова и Сергея Степанова. Лучший результат в этом упражнении – 195 подъемов. На четвертом помосте выступает мастер спорта международного класса Васькина Алина, Смоленская область. Прошло 3 минуты. Спортсменка 1999 года рождения. Собственный вес 62 килограмма 850 грамм. Алина является двукратной чемпионкой мира. Победитель первенства мира среди юниоров. Тренируется под руководством Владимира Шманева. Лучший результат в рывке 202 подъема. На пятом помосте выступает мастер спорта международного класса Щербина Джаника, Санкт-Петербург. Спортсменка 1991 года рождения. Прошло 4 года. Вес спортсменки 54 килограмма 650 грамм. Не сдаваться! Работа, работа, Оксана, умница! Тренируется под руководством Алексея Кирова и Сергея Кириллова. Лучший результат в рывке 183 подъема. На шестом помосте выступает мастер спорта Путенкова Анастасия, Республика Бурятия. Хорошо! Спортсменка 1997 года рождения. Собственный вес 62 килограмма 900 грамм. За сбросиком последи! Тренируется под руководством Андрея Рассадина. Лучший результат. Давай, давай, 67 подъемов. Прошло 5 минут. Thank you.
показала спортсменка из Санкт-Петербурга. Прошло 6 минут. Дарвельдиева Мария. Результат я 164. Прошло